Всем привет! В одном из комментариев под моим видео на мастер-класс про эпоксидную затирку возникла целая дискуссия относительно того, желтеет ли белая эпоксидная затирка со временем. Я вспомнил, что я делал небольшой образец для магазина, на котором я нанес в качестве образца якобы белого клея белую эпоксидную затирку номер 270 от Litocol. Так вот, уже прошло достаточно много времени, больше месяца, и цвет этой затирки абсолютно не изменился, ну, относительно пожелтения. Я специально вышел на улицу для того, чтобы была более четкая, правильная цветопередача, правильный баланс белого, как еще говорят. И вижу, что нету никаких абсолютно изменений. Всем благодарю за внимание, всем пока!